упаковке.
запишу на микрофон камеры, но он пятиканальный, так что, в принципе, тоже у него звук отличный. Когда я тут записывала обзор чая предыдущий, который он монтировал ночью, я поняла, что слышно на приближении, как я глотаю. Ну, в принципе, если бы я об этом заметила это раньше, то можно было бы не покупать микрофон специально подальше на проводе, чтобы он приближать и слышать вот это все. Хотя, с другой стороны, у меня на монтажке там на 30% превышена громкость от оригинала, поэтому как бы слышно, я не знаю, слышно ли было бы, как я глотаю с такого расстояния от камеры без приближения монтажки или без приближения микрофона на самой камере. Короче говоря, что ешьте, калории-то не сказала. Тут у нас энергетическая ценность на 100 грамм продукта 301 калория на целых 100 грамм продукта. Правда, это надо постараться, чтобы 100 грамм продукта уделать. Но в принципе тоже. И вот я, короче, подробнее об этом вот чай Каркаде плюс Анчан есть в моей телеге, там даже с фоточками, ну и немножко есть в Инстаграм, если интересно, глянь, ссылки есть в инфобоксе, также ссылки есть на канале, в разделе о канале. Дальше, что тут у нас, способ применения. Солить 2 чайные ложки, это 4-5 бутонов, на 250 мл кипяченой воды, 80-90 градусов Цельсия, дать настояться 3-5 минут, добавить по вкусу подсластители. Мед, лимон, лайм, имбирь, мяту, корицу можно потреблять в холодном виде, выдерживая до 3 заварок. Это вот здесь такой вариант. Тот вариант, который был на другом пакетике, я его, ну он, короче, может быть, если ты его попил, ну не в таком огромном количестве, конечно, просто вот попил там после еды или так сам по себе, то днем, даже утром он не будет тебя в сонливость гонять, но даже если ты утром его попил, все нормально, так как бы бодренько, все хорошо, в течение дня попил, просто к вечеру ты будешь вовремя ходить ложиться спать. Он как бы избавляет от бессонницы, делает нормальный сон, но это вот то, что я запомнила, вообще то, что читала про него. Я про него, на него вообще смотрела года 2 или 3, но меня что-то все тушила шаба. И как-то думала, вдруг он мне не понравится, а вдруг у нас что-нибудь такое растет, можно собрать, почитать про это, найти, посушить, заварить. И как-то вот, как-то оно вообще про него забыло. Тут вау, в гостях увидела голубой чай, у меня подружка внезапно пошла по чаям. Ну вот он, она им не прониклась, она там капусту чувствует, а я не знаю, ну там как бы есть такой очень тонкий, интересный вкус, конечно, для любителя, но мне очень понравился. Может, потому что я такой извращенный чаймак. Так, что тут у нас упаковано? ООО ЕЖ. Москва, улица Баша, производитель ваша Дельта. Условия хранения, бла-бла-бла, в общем, годен. Срок годности 24 месяца, дата изготовления 4.04.22 и до 4.04.24. У нас сегодня 14 апреля. Вау, зрители, я вспомнила, сегодня 4 года, как я переехала в эту квартиру. 4 года, как я живу в Цветочном. Знаковый такой день, да. И вот этот чай был изготовлен 10 дней назад, 4 апреля. А сейчас у нас 14 апреля. Очень свежий чай. Это я тебе держу.
Если не словил, значит, ты ее плохо ловил, но я для тебя припасла одну.